В Якутске по улице Свердлова снесли два деревянных дома. За последние два года в строительном округе разрушили более 56 таких объектов. Свыше 30 из них в течение этого года. Сносы прошли по улицам Якутска и Жарницкого строителей. Ну а в общем по городу за этот год снесли более 70 объектов деревянного жилфонда. Сегодня ведутся работы по улицам Свердлова и Клары Цеткин. Весь строительный мусор вывозят на городской полигон на Вилюйском тракте. Всего в Якутске осталось порядка 400 деревянных домов. До конца года жилкомсервис столицы планирует снести более 100 из них. Жильцы этих домов уже получили ключи от новых квартир. Они сейчас являются счастливыми обладателями новых квартир на Лермонтова 26 большинство. Они были расселены по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилья. Ну и до конца этого года у нас еще планируется снос 40 домов. А в общем до конца программы 120 домов у нас должно расселиться и получить новые квартиры.